Ребята, всем привет! Меня зовут Алина, и сегодня я хочу вам рассказать о своем опыте покупок с iHerb. 19 ноября я получила одну из своих посылок, которую заказала 9 ноября, то есть посылка в Украину шла 10 дней. Я считаю, что это достаточно хороший показатель, потому что раньше, еще года 4 назад, мне приходилось ждать свои посылки по 3-4 недели в Украину. Эту посылку я получала еще в отделении Новой почты, потому что это было до того, как изменились правила доставки посылок в Украину. Раньше, в 2018 году, мы получали в Украине посылки через Новую почту. Сейчас посылки уже можно получать в отделениях Укрпочты. Кстати, я особой разницы не заметила между особенностями доставки либо сроками получения посылок. В этой посылке вы можете увидеть один из моих фаворитов. Это подводка от Physical Formula. Я очень люблю этот товар. Стоимость подводки $10.48. И при каждом удобном случае я заказываю себе эту подводку, потому что она очень часто бывает в отсутствующих товарах, так как пользуется большой популярностью на iHerb. Обратите внимание, что iHerb в этом году немного изменил дизайн упаковки. Вот выглядит упаковочка по-другому. Если вы покупали несколько лет эту подводку, вы можете заметить изменение упаковки. Но сам товар, на мой взгляд, не изменился. Я люблю очень эту подводку. Если вы впервые у меня на канале, посмотрите в описании под видео ссылочку на видео, в котором я рассказываю более детально про это средство, вкратце. Именно с этой подводкой я научилась нормально рисовать стрелки, мне она нравится, для меня это must-have с iHerb и вообще, наверное, одно из самых любимых косметических средств, которые у меня есть. Так что если вдруг у вас не получается хорошо краситься, либо вы просто хотите немножечко усовершенствовать свои умения в этой сфере, обратите, пожалуйста, внимание на вот эту подводку от Physical Formula. Она бывает в двух цветах, есть черного цвета, а есть темно-коричневого цвета. У меня в основном подводки темно-коричневого цвета, но иногда я себе покупаю черную подводку. Очень неожиданное и приятное открытие, которое я сделала во время этого заказа, это такой товар, это салфетки для снятия макияжа с кокосовой эссенцией. Стоят эти салфетки $2.49, их 20 штук в упаковке. И я поняла вот в недавней поездке в свою в Прагу, что такие салфетки, они вообще незаменимы во время путешествий. Вам не нужно с собой брать средства, жидкие средства для снятия макияжа. Если вы летите самолетом, вы можете легко взять вот эти вот салфетки с собой в ручную кладь. Все будет нормально. Мне они очень сильно понравились. Вот я жалею, что они сейчас в отсутствующих товарах на iHerb, потому что они мне действительно очень полюбились. Но там из этой же серии есть другие альтернативные варианты, которые, возможно, я попробую. Запах у них просто потрясающий. Если вам нравится аромат кокоса, обратите на них внимание, потому что это стоящая вещь. У меня до сих пор держится аромат, кокосовый аромат, хотя эти салфетки я уже использую около 4 месяцев. Естественно, не каждый день, потому что их бы просто не хватило на такое количество дней. Но они хорошо очищают макияж, они увлажняют кожу. И я не заметила никаких побочных реакций. У меня кожа очень чувствительная, то есть если я меняю какие-то средства, я могу увидеть какие-то покраснения, но вот этот товар, он мне подошел, поэтому буду надеяться, что на iHerb он еще появится. Запах, как я уже говорила, просто чудесный. Если вы любите кокосовый запах так, как я его люблю, обязательно посмотрите на эти салфеточки на iHerb. Я рискнула и купила одно из популярных средств на iHerb. Это такой продукт, стоит он $12.40. Это скраб детокса Dermaye. Этой фирме я доверяю, вот насчет скраба детокса у меня как-то с ними не сложилось. Но я решила протестировать этот товар, и я его использую. Использую, не могу сказать, что очень часто, но примерно раз в 2 недели применяю, и мне нравится эффект, который я наблюдаю. В состав этого детокс-скраба входит активированный уголь. Я знаю, что это достаточно сейчас популярное средство в косметологии, в производстве косметики. Сюда входят морские водоросли и порошок семян абрикоса. Скраб детокс, он призван очищать кожу, удалять загрязнения и делать кожу сияющей. Вот насчет сияния кожи, я скажу, что этот эффект я однозначно вижу, потому что когда я смываю скраб, моя кожа сияет, она просто наполнена сиянием. Мне очень нравится этот эффект, и мне нравится эффект, который я вижу от этого скраба. Возможно, мне его необходимо чаще применять, хотя бы раз в неделю, для того, чтобы видеть еще больше эффект. Но вот, девчонки, если вам необходимо средство, которое, если вы ищете именно себе скраб, который будет хорошо очищать вашу кожу, я думаю, что вы можете обратить это внимание на это средство Dermaye. Тем более, что очень многие люди, не только я, хорошо о нем говорят, хвалят его. Это средство многим подходит.
компанию к этому скрабу я еще заказала себе вот такую маску, которую я еще даже не распаковывала, с активированным углем, которая также хорошо очищает кожу. Стоит эта маска $15.60. Я знаю, что отзывы про эту маску неоднозначны. Очень многих людей она вызывает покраснение кожи. Я думаю, что первое свое использование я сделаю на YouTube. Я покажу вам, как я использую эту маску. Я хочу посмотреть, какой эффект от нее будет. И, возможно, я вначале протестирую ее не на всем лице, а точечно. Потому что я знаю, что так советую делать, если у вас чувствительная кожа. Сейчас вам распечатаю эту масочку, покажу какой-то тюбик небольшой внутри. Но на самом деле, да, за такую стоимость как бы средства достаточно немного на их, в этой упаковке. Но я думаю, что если использовать его не каждую неделю, то его может хватить надолго. Согласно заявленным характеристикам, эта маска, она не только должна очищать поры, но еще и отшелушивать кожу. Поэтому будем смотреть на результат. Несколько лет назад у меня уже был такой спонж Real Techniques от Саманты Чепман. Стоит он $5.99. Мне он очень нравился, но спустя полтора года или два года пришел в негодность, и мне пришлось его выбросить, хотя мне было очень жалко это делать. Сейчас я решила купить себе еще один спонжик. Он очень хорош для нанесения тонального крема. Вам необходимо его немножечко намочить, потом нанести на него небольшое количество тонального крема и начать вбивать в кожу. Я вам также ссылочку оставлю внизу под этим видео на свое прошлое видео про этот товар. Кстати, одна из девушек, которая мне когда-то писала комментарий, говорила, что спонжики, они отличаются. То есть вот кажется, ты заказываешь один и тот же товар под одним и тем же номером, который идет на iHerb'е, но свойства этого спонжика, они могут отличаться. Один спонжик можно использовать месяцами, а другой спонжик придет в негодность через несколько раз после использования. Я надеюсь, что мне так же повезло, как и в прошлый раз, и этот спонж мне прослужит как минимум полтора года. В прошлом видео я вам уже показывала, что я заказала очень классную палетку теней, но для того, чтобы наносить тени, мне необходимы кисти. И о наличии вот таких вот кисточек Сакатулс я позаботилась еще в ноябре месяце в своей прошлой посылке. Стоят они $5.99, и когда я их заказывала, я вообще думала, что я покупаю две кисточки. На самом деле я купила 4 кисточки, потому что, ну, фактически, конечно же, 2, но у каждой кисточки у нее есть 2 насадки, и это все, что мне необходимо было для того, чтобы носить тени. Скажу так, я небольшой специалист по макияжу. Я умею делать ограниченное количество макияжей. И, возможно, эти кисти мне помогут совершенствоваться в этом деле и делать что-то более стоящее. Но в любом случае вы сможете наблюдать за это, за моими достижениями на YouTube. Здесь есть скошенная кисть, о которой я давно мечтала. Здесь есть такая более пушистая кисть для нанесения теней. И 2 небольших кисточки. Я надеюсь, что уже в ближайшее время я смогу их вам показать более подробно и протестировать. Ребята, спасибо вам, что вы сегодня оставались со мной. Подписывайтесь на мой канал, я буду рада видеть ваши комментарии. Если вы покупали какие-то из этих товаров, обязательно напишите свое мнение об этом. Либо вы хотели купить и читали какие-то хорошие или плохие отзывы. Всем удачи, всем до встречи, и смотрите в описании видео ссылочки на эти товары и также ссылки на некоторые видео, в которых я тестирую вот эти товары, которые я покупаю уже не первый раз.